Медиакорпорация Китая провела вторую репетицию гала-концерта к Новому году по лунному календарю. Для многих жителей страны просмотр этого шоу – неотъемлемая часть торжеств. Его транслируют ежегодно в канун праздника. Оно проходит с неизменным успехом и пользуется большой популярностью у зрителей уже 40 лет. В этом году концерт покажут 21 января. Центральными темами шоу стали уверенности в завтрашнем дне, стремление к счастью и прогрессу.